Всем привет, мы продолжаем играть. Напоминаю, что играем в офигительные ПКшки, 3 восьмерочки стар, ссылочка на нее находится в закрепленном комментарии. В общем-то, 55 тысяч у нас на счету, давай по 5к поиграем. С гем с Одиссей решил начать, но что-то как-то он нас не очень-то встречает. Со второго раза x1. Ну, розовых не хватает, конечно же. Тоже возврат. Блин, а было бы классно, конечно, x10 выбить. Давненько я не собирал x10. Но что-то как-то, да. Здесь не светит пока. 0,5. Давай вот так сделаем. Ух ты, x5, это хорошо. Мы, кстати, немного в плюсе будем. x6 даже. Так, слушай, еще что-то есть. Так. Ну, неплохо, неплохо, слушай. 12500 у нас в плюсе. Это, в принципе, не так уж и мало. Так, 67 косариков, это хорошо. Так, фрутбластик. Блин, не люблю, конечно, фрутбластик, но в принципе не так уж плохо он играет иногда. Даже частенько плюс выдает по факту. Но вредный, зараза, вредный фрутбласт. Так, 1,2. Виноград, виноград, виноград. Нет, виноград не собрать. Лимонов, кстати, тоже не хватило. Так, 1,2 опять же. 4 винограда. Может, виноградик тут, а? Да, слушай, офигенно, мы в плюсе. Смотри-ка, блин, а. Еще нехило так насыпал. Еще сколько тут получается? Десяточку мы еще где-то плюсанули, да? Ну да, 84 500 уже. Блин, может, конечно, и до сотки дойдем, но, честно, пока не знаю. Давайте не будем загадывать. Scratch Lottery мы еще сегодня не проверяли. 5к. x1, спасибо. x3, нифига себе. Да ну, еще плюс 10 тысяч. Ну, прям вообще офигенно БКшка раздает. Прям до сотки, вот реально немного осталось, поэтому будем по 2,5 играть. Резидент. Так, 1800 давай сберем. Максимально сейвово будем играть. 1200, но рискнем. Угу. Так, 1800. Так, опять немножко в минусе. 5к, вот это хорошо. 5600. 10 тысяч, да ну нафиг, забираем. Офигенно, еще и резидент десяточку дала. 98 тысяч, блин, если бы я тогда не рисковал, была бы уже сотка. Так, ну давай тогда, может быть, кристалл еще порубаем. По 2,5 тоже. Блин, что-то много минусов. Ты серьезно, что ли, нифига нету? Не поверю. Так, ну. Так, капец, что, 20 тысяч просто так слил? 3,700. Блин, рискую, конечно, но хочу рискнуть. 5 тысяч ставка. Почти в ноль. Минус. Да, блин, должен быть занос. Должен быть. Кажись, нифига. 30 тысяч просто в никуда пульнул. Скретч-карт под 5к. Тоже что-то прям до хера минусов. Алло. x6, 72. Так. x2. Слабо. Короче, пофиг, рискую, по 10 тысяч. x4. Так, хорошо. 87 мы отыграли. Блин, ну надо хотя бы тогда 90 забирать. Давай под 17. 2000.
на семерку. Два, восемь, 4000 пошло, 5. Ну дай 7, а. Падла 10. 8к. Есть! Есть еще! И офигенно! И соточка, соточка есть! Фух, ну пронесло, пронесло. Ладно, давайте тогда на этом остановимся. В следующем ролике я, конечно же, основную часть денежек выведу. Оставлю немножко, будем играть еще. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.